Хей-хей-хей, с вами Неоморви, и сегодня мы будем смотреть на нашу колонию Messer Dentaculatus. Удивились, да? То, что не Messer... Ой, какие Messer? Не Тетраморум Бикаринатум, а Messer Структор. Вот они у нас кушают муху. Также я их переселил, Формикарий самодельный. Да, он получился не такой уж крутой, как акриловый формикария, но мне нравится. Тут у нас камера с муравьишками, где они живут. Вот, маточка бежит, испугалась света, потому что у меня камера находится под тьмой, у них там мрак. Мрак, покой, а вот у них камера с семенами. Также вот у них родовые, это у нас система увлажнения из пробирок. Вот ферма, кстати, довольно-таки большая, в ней умеется довольно много муравьев, и она прослужит долгое время за счет своей большой арены и большого количества мест. Давайте перейдем в макро и рассмотрим наших муравьишек под другим углом, а именно в маленьком цвете и для размере. Вот их сколько, какие они маленькие, красивенькие. Их сейчас не так много, сколько их было. Но они стараются, развиваются. И сейчас довольно большой прирост. Но недавно они чем-то отравились. Возможно, это была мандаринка. Вот. Поэтому мы сейчас держим за них кулачки. Что вот, кладовая. Тут, похоже, сушатся личинки. Ну, это уже куколки, скоро вылупятся рабочие. Вот, а также тут семена, мат, лен. Очень много сюда набежало муравьев. Но это из-за света. Обычно я их не свечу, они у меня в мраке находятся. Так они лучше себя чувствуют. Вот матка, очень красивая. Где-то у нее на узе волосики. Вот, конденсат немножко мешает. Вот, мандибу видно. Она умывается. И даже видно срез от крыльев обломанных. Вот тут такие коридоры красивые. Муравьишки суетятся. Носят туда-сюда куколки, потому что увидели свет. Света много. О, очень красивый муравейчик. И куколка. Это солдат, он скоро окрепнет и будет защищать эту колонию. Кормлю их так же, как и бикаринатум, только чуть-чуть поменьше белка. Они в основном питаются семенами. Очень красивый муравейчик. Давайте поставим лайк на видео. Берем побольше лайков и подписок, потому что прошлое видео набрало всего 200 просмотров. Неужели вам так неинтересно видео Just Do It? Хотя мне казалось то, что они вам как раз таки и нравятся. Вот, а это камера с личинками. Вот, тут много личинок. Муравейчик их защищает. Вот. Тоже очень красивые кадры с муравьями. Вот сама ферма, такая удобная для них. Вот личинки. По влажности, конечно, можно было немножко прибавить влажности, сделать получше градиент, но им вроде тоже и так хорошо. Гипс, а не акрил. Акрил довольно-таки дорогой для такой колонии. Таких размеров, как у меня ферма. Гипсовая ферма, гипсовая прослойка у акриловых ферм маленькая, а тут все из гипса и очень все хорошо. Большая влажность, но для семян это не очень хорошо сказывается. Ну и на этом у нас все. Видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, давайте. Давайте наберем 555 подписчиков. Это ж несложно. Учитывая то, что 50% зрителей смотрят без подписки.
Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока-пока.